Здравствуйте. Напишем с вами сегодня 32-й и 33-й диктанты из цикла диктантов для 3-го класса по сольфеджио. 8 тактов на каждый диктант, за тактов сегодня не будет. Первый диктант тональности си минор, фа диез до диез при ключе расчерчиваем 8 тактов по 4 на каждой строчке. Второй диктант соль минор. Так, ну что, давайте распоемся перед первым диктантом тональности си минор. Вверх мелодический, вниз натуральный. Так, чтобы нам такого с вами спеть, давайте споем субдоминантовое трезвучие. На какой ступени строится? Суб, значит, под на четвертой. Под пятой. Доминантовая на пятой, субдоминантовая на четвертой. Си, ми, соль, си. Давайте вниз. Си, соль, ми. А теперь доминантовое трезвучие в гармоническом виде с ля диезом. Фа диез, ля диез, до диез. Я говорю ребятам, что это черное трезвучие, оно полностью на черных клавишах. Фа диез, ля диез и до диез строится. Так, ну и больше, я думаю, ничего нам с вами тут петь не нужно. Определяем размер, слушаем диктант номер 32 первый раз. Начала я так, что сама, наверное, не определила бы размер, но потом уже можно было понять, какой все-таки получился у вас. Затакта здесь нет, а может показаться, что есть, так как я сыграла. Но на самом деле это 4 четверти без затакта. Так, давайте с вами послушаем дирижирование. Секвенция в конце, слышите? На секст построено. И заканчивается на тонике. Потом еще раз подтверждаем нашу тонику. Субдоминантовое трезвучие нашли, в каком у нас такте? Вот первое. Да, ну да, у нас еще одно из субдоминантовое трезвучие. В шестом такте. И доминантовое трезвучие, конечно, в четвертом такте. Это область действия доминанты, как правило. Про функциональность диктанта тоже у меня можете посмотреть. Может быть, если вспомню, то дам вам ссылку. Если нет, тогда поищите сами или напишите в комментариях, я тогда пришлю вам ссылку. И, пожалуйста, послушаем диктант номер 32 контрольный раз. Диктант номер 33. Давайте распоемся перед ним. Соль минор, си минор, ми минор при ключе. По тетрахордам поем. Опять же, вверх мелодический. Ну, давайте для разнообразия гармонический вверх, а вниз натуральный. Поем на второй ступени в гармоническом виде. И еще давай.
давайте одну сексту споем от пятой ступени вниз. Так, слушаем. Играю вам первый раз. Какой размер получился, такой ритм нетрадиционный, у меня даже с первого раза не сыгралось, пришлось еще раз записывать. А, ну потом я постучала пальчиком себе четверть, и у меня все получилось. Какой тут все-таки размер? Три четверти, да? И достаточно быстро получилось у меня этот диктант, темп хочется делать достаточно быстро. Так, давайте с дирижированием послушаем. Раз, два. А вот как у нас была первая строчка. То же самое, только начали с нижней соль. Соль, скачок на пятую, постепенно и терция. И тут тоже. Только соль верхняя теперь. Слушаем, тут фа диез у нас и соль пришли постепенно. Да, такой нетрадиционный диктант получился. Давайте послушаем, пожалуйста, диктант этот контрольный раз. Диктант номер 32, тональность Си минор, начали с третьей ступени. И спрыгнули на тонику, такое опевание сделали с ля диезом. Обязательно один раз его вставим в такте, он действует на весь такт. Второй такт субдоминантовая трезвучие, четвертая и восьмая здесь есть. Третий такт еще ниже начали, пошли поступенно. И тут уже у нас натуральный минор, видите, не нужно никакого диеза ставить. Оно так спокойно звучит. До, ре, ми, фа, соль, ля, соль, ми, фа. Пели пятую ступень и доминантовое трезвучие. Вот здесь уже диез нужен. Слушайте внимательно, где нужен, где нет. Пятый такт. Ну, просто выслушаем, где секунды, где терции. Постепенно, потом скачок на пятую и вниз постепенно. Субдоминантовое трезвучие ломаное. Соль, ми, си, но. Дальше пятая ступень, такая устойчивая. Фа, секста вверх, ре, до. Секвенция. Теперь от ми то же самое. Ми, секста вверх, до, си. И с конца нижнего на звук си. Послушайте. Диктант номер 33, соль минор. Начали с соль, и вот этот вот скачок, который мы уже с вами обсудили на пятую ступень. Постепенно и на второй ступени остановились. А потом с этой второй ступени начали и к первой вернулись. Такой вот ритм повторный, мелодия не совсем. Дальше пунктирный ритм. Восьмая строчка, шестнадцатая. Пятая ступень и скачок на фа диез, седьмая, нижний водный звук. Вторая строчка начинается с соль. Помните, у нас было в первой соль, ре, до, ля, а здесь соль, ре, до, ля, то же самое. А дальше слушаем, как будто вот был соль, мы его помним, он еще в памяти остался, а теперь фа диез, ниже немножко, и к соль подошли постепенно с шестнадцатыми. А дальше вторая, пятая, повышенный нижний водный звук и тоника. Слушаем. Thank you.
Вот такие получились у нас диктанты номер 32 и 33. А я желаю вам удачи.